Ребят, смотрите, уберите вообще концепцию, что вам нужно получать питание откуда-либо, через кожу, через воздух, еще что-то. Вы есть само питание. Вот просто возьмите себе в априори, что вам не нужно один способ питания переключать на другой способ питания. Не нужно. Вообще уберите это слово «питание». Вам не нужно питаться. Это вы питаете. У вас так уж случилось, так мы созданы, что мы энергетические батарейки, которым нужно отдавать энергетические ресурсы, не питать. Почему человек поглощает? Потому что на определенном этапе человека нужно было остановить. И он это все поглощает, чтобы останавливать себя. Мощная остановка — это еда. Ну, самая мощная — это, конечно же, там алкоголь, наркотики, сигареты. Менее мощная — там уже питание там разделено. Следующее, когда вы думаете, что почему не могут некоторые, вроде все понимаешь, но вот без питания никак, без какого-нибудь, без жидкого там, без еще какого-нибудь. Потому что есть эта концепция, что нужно откуда-то брать питание. Как переключиться на энергетическое питание? Как переключиться на питание центросомами? Ребят, когда вот центросом у вас включается, то включается отдавание, не питание. Внутри вас начинает вращаться Вселенная. И вам нужно отдавать, не брать, а отдавать. И чем больше вы думаете, что как мне переключиться на какое-либо питание, это опять ваш мозг на фоне социального ебанизма, я не знаю, как это сказать, путает вас с одной стороны на другую. То есть вас с одного ложного пути ведут на другой ложный пути. То есть с одного пути питания вас переходит на... Все, ты это уже все понял, ты молодец. Теперь мы тебе сейчас подскажем, как питаться от другого. И ты опять идешь в ложное. Но вы же все прекрасно знаете, что вы начинаете, чем больше вы отдаете в духовном, в душевном, хоть в чем. Когда вы начинаете себя раздавать, к вам начинается приходить. И с поглощением точно так же. Неважно, что вы поглощаете. Вы поглощаете чьи-либо ресурсы душевные, духовные, материальные, моральные, какой-то физический ресурс. Когда вы понимаете, что вы нужно отдавать, то есть делиться собой, делиться своими высказываниями, делиться своими мыслями, делиться своими силами, что-то там реализовывать для кого-то, вы начинаете кайфовать, вам еще больше хочется там рисовать, читать, вещать, шить, танцевать, хоть что. Вы начинаете вот это вращаться, вы понимаете, что вы хотите отдать. С питанием то же самое. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.